Дорогие друзья, сейчас нахожусь в Ташкенте, только что закончил тренинг, и каждый раз убеждаюсь, что работа над собой ничем не заменишь. Чем больше вы станете успешными, еще больше работайте над собой, потому что это единственный способ добиться больших результатов. Аплодисменты, ребята! Ташкент! Видели, какие замечательные люди собрались в этом зале? Сегодня я говорил очень многие вещи о том, как формировать мышление богатого человека и мышление профессионального сетевика, и как создать сильную команду. Дорогие мои, прочитайте наши книги, посещайте наши тренинги, используйте их на благо. Только практика изменит ваши жизни. Когда вы слышите меня в зале, это всего лишь как вы слушатель. Учеба начнется завтра же, как вы будете использовать эти знания. До встречи, ребята!